И будьте с ножом поаккуратней. Режьте только по... Давай пересни. Всем привет, с вами Топчик Рос, я Ксюша. И сегодня мы с моей подружкой Полиной будем стряпать очень вкусные пирожки. Для наших пирожков нам понадобится мука, тесто, скалка и колбаса. Полина, ты будешь резать колбасу, а я буду катать тесто. А колбасу вы можете взять хоть какую, хоть сырокопченую, хоть вареную. И мы будем ее вот так разрезать на половинки и резать. Я нарезала колбасу, и сейчас мы ее будем складывать в тарелку, чтобы она не мешалась. А я уже почти все раскатала. Надо же, чтобы было тесто ровненькое и очень вкусненькое. Разрезаем наше тесто на квадратики. На-на-на-на, будут вкусненькие пирожки. Вот мы порезали наше тесто на квадратики, и теперь просто ложим колбасу. Заворачиваем хоть как, конвертики, без конвертиков, хоть как. Я буду заворачивать конвертиками. Я возьму раз, два, три. Но я завернула не совсем конвертиками, потому что у меня такой кусок попался. Сейчас я вам покажу, как заворачивать конвертиками. Берем тесто, берем колбасу, ложим и раз, два, три, четыре. Все. А моя колбаска спит. Все, мы сложили на дощечку и пойдем зажарить. Ох, так. Они будут такие вкусные. И да, ребята, делайте все по нашему осторожно. Рецепту. Это делайте только при присмотре родителей. Ой, хоть они не пожарились, но все равно выглядит аппетитно. Ну пока все. А лишнее, ребята, можно скушать. Налетайте. Я их уже перевернула. Какая вкуснятина. А можно уже скушать? Нет, они еще не доготовились до конца. Ну, так аппетитно выглядит. Сейчас у нас еще будет вторая партия. Видишь, у нас еще не влезла немножко. Теперь пришло время доставать первую партию. И что, можно уже кушать? Можно кушать. Можно кушать. А теперь кладем вторую партию наших пирожков. И вкусненьких. Если ты уже проголодался, тогда поставь лайк этому видео. У нас одна сторона уже пожарилась, и сейчас мы будем их переворачивать. Ну, пока что аппетитно выглядит. Как я хочу кушать. Ребята, пойдемте посмотрим, как Мишка наблюдает за нашими пирожками. Пойдемте. Да, пойдемте. Он дождался и уснул. Наполовину вот как-то. И все, теперь наши пирожки готовы. Сейчас мы их вытащим и пойдем кушать. Угу.
кушать. Наконец-то. Пошлите, пошлите кушать. Ребята, посмотрите, какие у нас вкусные, сладкие, суперские пирожки получились. Что ж, захотели кушать? Ну подождите, досмотрите это видео. Ну, сейчас мы попробуем с Полиной эти пирожки. Мам, какое наслаждение. Очень вкусные. И, кстати, в них 0% химии. Все натурально. И, кстати, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!